централизованные ворота. Ну что, Юрий, выдохнули, собрались внимательно, слушаем варианты. Они достаточно простые, можно такие? Ну, победителями. Готовы? Да. Второй вопрос. Второй вопрос. Уверен, что наверняка не найдется людей, которые были бы равнодушны к пушистым братьям нашим меньшим. Животные-компаньоны чрезвычайно популярны во всем мире. Их заводят для охраны дома, к примеру, крупных собак.